Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. С вами снова Настя. Вот так вот выглядит мой подоконник в зале, когда я сижу на своем рабочем месте. Он уже почти пустой. Ну вот там вот еще Клеопатра есть, ее не очень-то видно. Но мы сейчас подробненько все подойдем и посмотрим. Те, что не цветут, я уже потихоньку убираю в отдельную кучку, они у меня на балконе стоят. Но не все, не все. Есть еще для объема, так сказать, другие орхидейки не цветущие. Ну вот, в основном, вот такая вот картина в зале у меня. Конечно, немножко на душе грустно, но это ничего страшного. Сейчас в моем орхидейном царстве, можно сказать, осень, все отцветают, но на улице у нас весна, поэтому немножко это, наверное, успокаивает. Конечно же, есть новинки, которые цветут, тоже обязательно дальше посмотрим. Ну, давайте начнем вот с первой моей этой красавицы. Крапушки, которые продолжают меня радовать. Вот эта бабочка красавица. Вот она какая. Вот какая крапушка. Ну, тоже уже чувствуется. Чувствуется, что у нее цветы уже не такие плотные. Уже вот-вот отцветут. Ну, очень мне нравится то, что она вот так вот свисает у меня от стола. В идеале, конечно, было бы, чтобы все орхидеи вот так вот, как в природе. Далее рядышком, ой, простите, у меня тут Pretty Romance, моя новинка этой весны. Видите, какая красивая. Но опять же, магазины от цветений я не очень люблю, они какие-то все покоцанные, неизвестно чем, может быть, даже покоцанные. Кстати, буду обрабатывать все свои растения скоро актарой. Буду снимать, скорее всего, нет, просто обработаю, но для информации вот вам рассказываю. Вот. Романс. Да, Клеопатра. Красавица. Конечно, у нас сейчас утро. Солнышко очень сильно светит в окно. И я, если честно, не особо вижу, что там снимаю. Ну, в общем, это красавица, цветет, не перестает радовать меня. Вот я до этого направляла цветонос в сторону меня, а теперь я повернула к окну, и он, смотрите, тянется уже туда. Хочу, чтобы если вдруг этот цветонос еще будет держаться, она его не сбросит, орхидеи все цвели вот так вот дугой в одну сторону. Как-то вот это нужно сформировать. Далее тут у меня не цветут, это у меня реанимашка, которую мне дала моя подруга, попросила реанимировать. Это желтая орхидея, она была куплена уже с маленьким количеством корней. Вот это мой африканский закат. Красавчик. Видите, доращивает бутончики. И здесь у нас красота. В общем, он красавчик. Еще тот. И моя белая невестушка, конечно же, вот здесь цветет. Но тоже уже, посмотрите, все отцветает. Вот это ответвление уже все, она засушивает. В общем, вот так вот здесь. Пойдемте дальше. В спальне у меня тут циркус на два цветочка. Так и держит их. Смотрите, какие крупные, да? Вот эти последние два она вообще очень крупными выпустила. Надо бы замерить вообще сколько сантиметров. Но как-то руки не доходят, забывается. Вот такой крупничок. Он дорастил это два, остальные сбросил. В общем, такой вот красавчик. А здесь вот моя минечка тоже уже, видите,
Она всегда очень странно сбрасывает свои цветочки, как-то начиная от конца. Тут вот еще пока держится, это подальше от окна, может быть, поэтому новый листик у нее. Ну, умничка, одним словом. Такая вот. Ну, тут вот есть немножко почка вздутая. Возможно, она выпустит новое, возможно, будет отдыхать. Ой, а вот здесь я тоже не видела. Может, это было уже? Посмотрим. Посмотрим. Захочет цвести, пусть цветет. Так, ну а на кухню у нас солнышко еще только-только доходит. Здесь вот тоже такая вот красота. Давайте начнем справа. Моя Паваротти. Вроде Паваротти. А может и Монтрео, не знаю. У меня пусть будет Паваротти. Она у меня темненькая такая орхидейка. Камера ее, конечно, высветляет. Я ее называю черная орхидея. Это в моей коллекции самая темная. Вот смотрите, распустилась. Ой, домашняя, но она такое более бледное какое-то получилось. И вот тоже. Но это непонятно еще из-за чего. Может, она потемнеет. Может быть, питания не хватило. Все-таки ведь это все равно цветонос магазинный. Вот так вот она выглядит. Темно, наверное, конечно, не видно. Так, эти, значит, отдыхают. Тут у меня красавчик легато. Я обыскала полностью все цветочки, все за пазухой листьев посмотрела. Не нашла я пока больше мучнистого червяца. Если что-то и осталось, то остались яйца. Где-то запрятанные, наверное, так сказать. Вот. Поэтому буду обрабатывать актары недели через две, наверное. Ну и в моя вечно цветущая орхидея, так я ее называю. Опс, опс, опс. Сейчас я вам поверну ее. Хочется красиво повернуть. Она у меня такая вся раскидистая. Ой. Конечно же, все вокруг раскидалось. Смотрите, да, какая она шикарная. Вообще, вот это вот идеальное цветение, как по мне, всех моих орхидей. Они должны все вот так вот цвести. В общем, очень-очень она мне рада. Для меня это как, знаете, как природное, что ли, цветение. Цветоносик длинный, но палочку я такую коротенькую только сделала, и она вот так вот у меня пошла. Вроде пока не перевешивает, все нормально. А, кстати, вот свою кимоно орхидейку я решила простимулировать. И почку ей так вот открыла. Возможно, она разбудит и зацветет. Не знаю, что мне так захотелось цветение. Но если она захочет, она зацветет. Если нет, то нет. Ну, вот, в общем, такие вот орхидейки. На такой ноте я заканчиваю. Это все, что цветет у меня на данный момент в мае месяце. Из орхидей. В общем, вот так вот. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До новых встреч.